Привет, дорогие друзья! Зыркайте, у меня тут что-то новое приехало. Надо обязательно посмотреть же, да? Новое приехало у нас, собственно, скинчик, на который у нас был вчера турнир. Мне его дали по программе поддержки авторов. Спасибо большое за это Epic Games. И огромное спасибо всем ребятам, кто вводит мой тег автора. Друзья, благодаря вашей поддержке не только она в финансовом плане помогает, но и Epic Games периодически радует вот такими вот приятными мелочами. Конечно... Ваша поддержка важнее, но это тоже, как говорится, мелочь, а приятно. Это не то. Это другой загрузочный экран, а нет. У нас в комплекте, который дали нам, вот такой скинчик. Рожа прикольная, но, как я и боялся, сука, он широкий. Он широкий, он большой. Я, конечно, за него поиграю, когда он выйдет в магазине. Я его вам тоже покажу непосредственно на острове. Но он большой. Он широкий, он большой. Мне очень нравится бэкпэк и мне нравятся кирки. Скорее всего, как я понимаю, бэкпэк с кирками взаимодействует. Это значит, бэкпэк будет аккуратно маленький. И сами кирки тоже аккуратные и маленькие. Что, Тимка? Ага. Мультяху смотришь? Это я! Это ты? Беги давай. Ай, жук. И дельтаплан еще вот такой, да, у нас? Дельтаплан, мне кажется, тоже имба. В общем... В этом комплекте офигенно все, кроме скина. Кроме скина, да. Друзья, у нас наступил финал ФНКС. Будет у нас понятно, кто лучшее трио СНГ и, в принципе, Европы. В субботу с 20:00, в воскресенье с 20:00 по 6 игр, по итогам 12 игр будет понятно, кто лучше. Дропсы включены, сейчас абсолютно все дропсы есть. Эмодзи, граффити, загрузочный экран, бэкпэк. За просмотр моей трансляции выпадает. Так что приходите на трансляции, буду всем вам рад. Ссылка на Twitch в описании есть. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. У нас сегодня 29 мая, 3 часа ночи. Ежедневная рубрика «Чё почём». Смотрим, что нам закидывают. И сегодня у нас торжественно выходит скин. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Скин мармеладного, ребят. Маршмеллоу, не мармеладного этого. Пастила, ребят, завезли пастилу. Маршмелка. Меняет внешний вид при использовании музыкальной эмоции. У него башка светится, ребят, кто вдруг не знает. Что я могу сказать? Как я и говорил, когда покупал этот скин в далеком-далеком, ну, короче, 2 года назад, я говорил, что юзать его я лично не буду, чисто для коллекции купил. Вот, собственно, для коллекции он у меня и есть. Все. Эмоция его. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Кирочки. Вы поняли. Короче, бьете, играет вот эта вот песня. Прекрасная. И еще вот такой вот у нас дельтаплан, который светится, и вы не поверите, когда открывается, играет все та же песня. Кирки жестко напрягают, бьют по башке. Ну, маршмеллоу понятно, эмоции против эмоций ничего сказать не могу. Дельтик, в принципе, тоже нормально. По отдельности, полторашка, 800, 500, 500. В комплекте сколько стоит, не знаю, но явно дешевле. Покажу вам его обязательно, ребят. Что еще хотел сказать? Старой кирки нет, да, стандартная, она за испытание давалась. Да, и за испытание кирки... Ну, она, блин, может, мне кажется, за испытание давалась, которая двуручная, белая. Она получше была, хотя тоже вот с такой же темой от ударов. Ну, кто ждал, ребят, маршмеллоу? Миллиард раз спрашивали про маршмеллоу. Про... Теперь хотя бы одна фигня улетит. Будет вопрос только про этого. Как его называют? Про Трэвиса. Хотя бы маршмеллоу вопросы закончились. Погнали. Офигительный скин. Вот это прям топчик. Это трасса, ребят. Это трасса, это кайфы. Это 4 стиля, абсолютно играбельный скин. Все стили разные по цвету. Смело советую, убойно. Пацанчик все то же самое, но похуже, чем трасса. Он просто менее аккуратный, вот и все. Плюс большой шлем, как по мне.
У Девахи такого нет. Дальше это у нас кирка тоже с четырьмя стилями. Обычный топорик, только хорошим тем, опять-таки, что четыре цвета, все. Но трасса прям имба дикая. Кира, которая мне не особо заходит за... Сколько там она? Штука 200. Кира не заходит, трасса, как по мне, значительно лучше. У меня музыка, я смотрю, фоновая играет со стрима. Все, вырубил, ребят. Пардоньте. Дальше. Кирочки. Тоже такое себе. И дельтик. И новости. Комплект маршмеллоу. Чемпион. Подписку новую заанонсили. Ну, короче, сейчас все. О, это что такое? А, это творка, походу. Дельтик неплохой. Дельтик мне нравится. Мне нравится, как он открывается. Вот эти вот то, что... ну, как, я не знаю, как волной они секции проходят. Опускаемся ниже. Ниже у нас все еще, ребят, победительница висит. Я думаю, мое предположение, что суббота-воскресенье, она еще отвисит из-за того, что у нас ФНКС. Я думаю, после ФНКС исчезнет и больше не будет. Мое предположение. А там хрен его знает. Дальше. Это у нас фулл комплект. Офигительный. Вчера показывал. Смотрите, вчера ж ничего почем. Все показал, все рассказал. Дальше. Это сталкер за 2К. В свое время это был мой любимый скин за 2К. До сих пор считаю его офигительным. Бэкпэк говнецо, а скин топовый. Очень нравится. Смело рекомендую. Дезактиватор, ребят. Это у нас скинчик старый, тоже 4 сезона. Но второй стиль ему добавляли позже. Изначально он был с одним стилем. С огромным бэкпэком. И вот, вот такой вот... Ну, мне космонавта напоминает. Но это именно... защитный костюм, грубо говоря. От другого. Ну, космонавты поприкольнее все же. Без костей. Эмоция неплохая. Рука на ремне тоже неплохая эмоция. Глубокий деб. Ну, мне дебовские вот эти эмоции не особо заходят. Опускаемся ниже. С магазин огромный. Ребят, у нас все футболисты. Ура! Футболисты пришли, причем олдскульные. Это пробивная плеймейкерша, знатная забив. Ну, короче, вот это вот все. Все футболисты. Ребят, чекайте. По стилям у нас номера, как всегда, на штанине и на спине номера. От 0 до 100, от 0 до 99. И куча стран, ребят. Выбирайте. Бахайте. Играйте. В общем, старые. Мне, честно говоря, новые больше нравятся. А где наш флаг? А, вот он. Короче, у меня вот эта пробивная плеймейкерша. Брал я ее. Скажу честно, надоело достаточно быстро. Но фул футболисты у нас здесь. Я думаю, они тоже кому-то очень-очень интересны. Также у нас все от футболистов. Это золотая бутса. Кирочка неплохая за 500. Также у нас вувузелла. Футболет. Стандартный дельтик под футбол. Чисто разобито расписано. Эмоция финты. Это на месте эмоция старая, олдскульная. Красная карточка. Ну все, короче, полный футбольный набор, ребят, у нас здесь. Полный футбольный набор. Остался у нас и полный баскетбольный набор. Вот он. Но тут, блин, мне так эмоция вот это прикалывает, конечно, в передвижении. Кайфы. Короче, баскетбольные остались скины. Скины опять по сетам вот этих пацанов остались. Остался у нас Бестбой, Бэтмен, Женщина-кошка, Элой, двойные агенты, набор кирок. Заанонсен у нас уже подписка нового сезона. Зыркайте, ребят, скинчик с тремя стилями. Как по мне, опять эти медведи, у меня, я уже не могу их смотреть. Очередной медведь у нас теперь вот такой, вот с такой башкой. Ну, короче, ему бы стиль, чтобы шлем снимался и скин нормальный. Плюс еще плечи при прицеливании. Я предполагаю, вот это вот плечо будет мешаться дико. Мое предположение, точно не знаю. Кирка нормальная. Короче, чекайте новую подписку. Ну, в любом случае, с подпиской у нас что? У нас с подпиской 1000 V-баксов, боевой пропуск, Spotify, поэтому в целом... Все равно ее придется покупать. Новости нам показали, да? Новости показали, подписку я вам показал, деваху я показал, этого я вам показал. Можно направляться в творческий. Маршмелку, которую очень-очень-очень-очень многие ждали. Погнали, показываем. В прицеле. Вниз. Вверх.
Башка огромная, остальной весь скин нормальный. Претензий к остальной части скина нет. От эмоций он светится. Погнали, покажем. Под музыку по-разному, да? Ну, я думаю, доступно, да, объяснил, как это работает. Думаю, доступно показал, объяснил, как работает тема с эмоцией. Кирочки как работают, вот они. Две балды такие. Работают они вот так. Скажу честно, немного надоедает это. Дельтик. Ну хоть при открытии не это, не издает этот звук. Дельтик. Дельтик ничего. Дельтик ничего. Такс. Теперь у нас пачка эмоций, которые я вам также покажу. Пачка эмоций. Рука на ремне. Опа-ре. Рука на ремне. Где-то тут. Вот она. Машмалки, кстати, нормально. Показывать эмоции. Без костей. Без костей. Глубокий деф. Где-то тут, вот он. Дальше у нас еще финты. Миллиард сегодня эмоций, конечно. И ни одной обертки. Финты где-то тут. Вот они. И последняя, это красная карточка. Повтори-ка, закрепить. И, ребят, зефирная походка. Не забываем, ребят, тег автора указывать. Не забываем. За просмотр всем огромное спасибо. Друзья, 20.00, как я и сказал, у нас ФНКС. Поэтому всех вас жду в 20.00 на Твиче. Играют 5 СНГшных команд. Топ всего 33 команды. И 5 из них СНГшные. Вот такие вот нескромные призовые. Поэтому забегайте в дропсы, получайте. Будем смотреть, делать ставочки и радоваться за наших бойцов. Всем удачи. Пока.